Режим королевской битвы. Чтобы его начать, нужно было всего лишь спрыгнуть в зону высадки. От Sonic Unleashed даже композиторы знают. Ой, хорошо. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на видео с канала Никитун называется «24 игры, затроллившие вас». Нас. Кого-то. А на нас. Погнали смотреть. Мы все видели предупреждения от видеоигр и шли им наперекор. Но знак, предупреждающий о риске падения на голову коробок? Да что может пойти не так? Это Metal Gear, тут все может пойти не так. Это было обидно. Но это ничто в сравнении с Saints Row 4. Благодаря рождественскому дополнению в игре появилась вот такая вот дверь, запертая леденцами. Единственный способ ее открыть — пойти это... к Сэлу и лизнуть дверь. Не, где-то это мы уже видели, но это кто-то рухнул. Но по полоске прогресса можно понять, что это займет, ну, слишком уж много времени. Если вы будете давить на кнопку действия почти целых 10 минут, разработчики скажут вам: мы не ожидали, что до этого кто-нибудь доберется. Тебе просто нравится звук, с которым лижут леденцы, верно, извращенец? Может и нравится. Ведь когда полоска прогресса доберется до конца, случится вот это. Менти. Мятная. Кстати, о секретных дверях. В Neon White есть локация, в которую можно... Neon White — шикарная игра, мне очень нравится. Хорошая игра, кто не играл, попробуйте. Браться только пробивая пол. Вам нужно спускаться по вот этой шахте, пока вы не найдете выход. Но если вы пропустите его и продолжите спускаться, то вы заслуженно окажетесь на острове дураков. Порой хочется пропустить все катсцены и ворваться в геймплей. Но если попробовать это сделать в South Park, игре это не понравится. Если вы будете продолжать пытаться пропустить катсцены после предупреждения, Картман вас накажет. Ну это прикольно, на самом деле. Конец игры. Есть одна игра, нормально, которая любит издеваться над людьми. High on Life. Ее как будто только для этого и создавали. В одном из главных заданий вам нужно пройти программу тренировок. Одно из заданий в ней — подождать в комнате целый час, то есть 60 минут в реальном времени. Из комнаты можно выбраться и продолжить сюжет. Но что случится с теми, кто действительно проторчит в комнате целый час? Прошел Они игру, же должны все. Получить какую-нибудь награду или достижение, да? Ну, когда пройдут 60 минут, Дуглас скажет следующее. Okay, еще работа, пожалуйста, сейчас кто-то да, поздравляю с тем. Сейчас откроется дверь. И снова привет. Если смотришь это видео, значит дверь заела. Мы послали парня почистить ее. Он будет через неделю или около того. Да уж, сегодня в игровой индустрии полно рандома. Никогда не хорошо. Знаешь, повезет той или иной студии. Закроют... Ты ждешь еще неделю, а потом реально приходит чувак, чинит, ты проходишь, блин, было прикольно. И она все же подарит миру еще один проект. Я антимайни, я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что я появился в магазин, и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но у Майни Шоп уже скидки, поэтому, ребята, донаты, Steam пополнение, всякие геншины. Приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. В мире есть лишь несколько игр, которые позволяют потолстеть от еды. Но лучше всего эта механика реализована в San Andreas. Если вы съедите безумное количество еды, CJ раскабанеет, что может показаться простой шуткой, пока вы не осознаете, что для вас теперь закрыты задания с ракетным ранцем, потому что герой слишком тяжелый. А в Mario & Luigi Dream Team можно отыскать этот фонтан полной целебной воды. Нашедшие его игроки сразу же пили из него, чтобы восполнить здоровье, не ожидая, что их разыграют. После этого Марио и Луиджи засыпали, и вы оказывались в мире снов, в котором вам нужно было прочитать длиннющий монолог, после чего игра заканчивалась. Игроки были шокированы. Они закрывали игру или перезагружали консоль, прежде чем игра сохранится. Но если бы они подождали еще немножко, оказалось бы, что все было в полном порядке. А вот чтобы увидеть следующий момент в Modern Warfare, нужно быть довольно глупым. Когда ваш отряд будет пробираться к цели, волку, в одном месте товарищ по команде начнет двигать мебель. И в комнате почему-то будет место, чтобы встать рядом и быть раздавленным шкафом. Игра насыпет вам соли на рану с нисходительной подсказкой
использовать стики, чтобы храниться. Увернуться от шкафа. Сильно, а вот отлично спрятанный секрет ждет вас в Spider-Man Shattered Dimensions. В игре есть уровень с Дэдпулом. И если вам вдруг понадобилось что-то сделать, то просто нажмите паузу. Однако, если вы проведете в этом меню слишком много времени, появится сам Дэдпул и начнет ломать четвертую стену. Aw, look at the widow baby with the cute widow pause button. Right, go ahead, pause whenever it's convenient for you. What about me? What about my needs? Один из лучших разработчиков в мире — это Rockstar Games. Они также лучше всего разыгрывают игроков. Особенно в GTA Online, где дополнение «Высший свет» позволяет приобрести новую квартиру. Люди были рады возможности приобрести новую недвижимость. И в объявлении было написано, что вы сможете насладиться видом на океан вдали от туристов и бомжей. Для миллионера это звучит идеально. Именно вообще поэтому квартира стоит 500 тысяч долларов, которые многие игроки сразу же потратили, не раздумывая. Но, похоже, Rockstar преподала всем важный урок. Поищи отзывы перед любой крупной покупкой. Потому что океан из окна, конечно, виден. В щелку между двумя... Ну, как говорится, если не видно, значит, проблемы нет. Бомжей не видно? Нет. И другими зданиями. Но это не единственный средний палец хардкорным игрокам. В Tears of the Kingdom есть коллекционный предмет, который жутко сложно получить. В первой игре вам нужно было искать семена корока. Ой. Их в игре было более 900 штук. Так получить что это занимало по кучу кайфу, времени, по кайфу. А в качестве награды вы получали золотую какашку. Ну, в сиквеле вам нужно отыскать еще больше короков. И люди неделями гриндили, чтобы стать первыми, кто всех их отыщет. Ну, оказывается, все их усилия были потрачены зря, потому что они опять получили какашку Хесту. Только на этот раз в ней больше есть один лишний слой, с чем я их и поздравляю. Она улучшена, проапгрейзанная как пуля. В контейнер вы можете сильно спрятаться в нем от врагов. Но так делают только нубы. В контейнерах довольно редко кто-нибудь сидит. Это чаще всего новый игрок, и игра это знает. Если вы туда залезете, игра одарит вас достижением «Я мусор». А если вы думаете, что обиднее уже некуда, дальше появится описание достижения. Хуже некуда. Как я уже говорил, High on Life совершенно не сдерживается, когда дело касается шуток. Так что если вы надолго отойдете от клавиатуры, Кенни начнет задавать унизительные вопросы. Кстати, о рассказчиках. Лучший из них — это Брюс Кэмпбелл в игре Spider-Man. Целая куча людей пропускала обучение в этой игре, полагая, что они и сами разберутся. Но они застревали на одном из первых уровней, остро нуждаясь в помощи. Вот тогда-то и появлялся Брюс, ругавший вас за то, что вы пропустили важную часть игры. If you press the zip line button, you'll zip in the direction you're crawling. Тебе это знал, пошел в базовое обучение. Вы тогда наверняка надеялись, что никто не заметил вашего унижения. Но вот в игре 50 Cent Blood and Descent все знают, насколько вы плохо играете. Если вы выберете низкую сложность, проиграть будет практически невозможно. Вас на протяжении всей игры будут держать за ручку. Но если вы умудритесь умереть, во-первых, вам стоит в принципе завязать с играми. А во-вторых, вы... Не надо завязывать, все нормально будет. Ребят, даже если вы пока только новичок, первая ваша игра, возможно, это была. Играйте дальше, учитесь. Господи, всему можно учиться. Получите секретное достижение, непреодолеваемый. Отлично, теперь все ваши друзья узнают, насколько ужасно вы играете. А вот один из самых смешных приколов реализовали разработчики Splitgate. Когда их игра вышла, все остальные релизы были в жанре королевской битвы. Так что разработчики были совершенно окружены. И потому, чтобы разыграть фанатов, авторы Splitgate анонсировали режим королевской битвы. Чтобы его начать, нужно было всего лишь спрыгнуть в зону высадки. А в Sonic Unleashed даже композиторы знают, ой, хорошо, насколько вы плохо играете. Хорошо. Если вы закончите уровень с ужасной оценкой, Соник в отчаянии упадет на колени, а оркестр перестанет стараться. Это уже классно. Это как Crash Bandicoot, на тебя коробки падают, которые ты не собрал. У Соника масса преданных фанатов, но и у Dark Souls тоже. И они отчаянно пытаются собрать весь сюжет франшизы по крупицам. Даже самый крошечный предмет может быть важен для понимания истории мира. И одним из них была подвеска, которая не имела никаких эффектов. Но автор серии, Миядзаки, утверждал, что у нее есть скрытый смысл. Так что люди выбирали ее в качестве какой? Начального дара в надежде, что их терпение
будет вознаграждено. Много лет спустя оказалось, что скрытая сила подвески заключается в том, что у нее нет никакой силы. А фанаты просто повелись на розыгрыш. Metal Gear Solid — это довольно старая игра. Ну а даже она знала, насколько какой странно ракурс, до сих пор играть на телевизоре с монозвуком. Их вообще еще продают, как бы там ни было, если вы играли в игру без стереозвука. Полковник начинал над вами издеваться. Snake, you're not using a stereo TV? It can't be. A mono TV. Snake, don't worry about it. Не волнуйся об этом. Розло лучше быть хорошим человеком, чем иметь стереотелевизор. Существует игра под названием The Dishwasher Vampire's Mind. Если название показалось вам недостаточно странным, то не волнуйтесь, в игре хватает и более бредовых вещей. Игра полна жестоких монстров, так что в ней легко начать умирать снова и снова на одном месте. Игра вам этого не простит. И если вы умрете достаточно раз, вас разжалуют до сложности прекрасная принцесса. Враги не смогут вам навредить, а кровь превратится в мультяшные сердечки и блестки. Вы настолько плохо играли, что игра включила режим для детей. Если кто-то вас высмеивает, пусть это будет знаменитость, потому что у них это зачастую получается уморительно. По фильму «Парк юрского периода 2» в свое время выпустили игру, и в ней нужно было собирать частицы ДНК, которых там была масса. Если вы проводили много часов за поиском этих предметов, а затем заканчивали игру, вашей наградой становилось особенное видео от Джеффа Голдблюма. Привет, у тебя получилось. Пусть столько времени, но ты все сделал. Знаешь, что теперь? Выключи эту штуку. Ради бога. И выйди наружу. Потрогай траву, да? Но это не единственный случай, когда разработчики издевались над игроками. В Shenmue 2 можно поговорить с цирюльником, и он начнет угрожать вам убийством. К этому моменту прохождения люди уже привыкли проходить QT. Но вам стоило послушаться, когда он сказал... Что если с тобой случилось? Если вы прожмете нужную кнопку, цирюльник пошлет вас домой и откажется с вами разговаривать. Вам придется прийти в другой день и начать все сначала. Но только на этот раз не двигаться во время бритья. Может, стоило сразу его послушать? Вернемся к Metal Gear Solid. Там есть секрет, о котором знает лишь горстка людей. В этой игре, чтобы сохраниться, вам нужно по кодеку связаться с Мэй Линк. Вот только во время разговора у вас будет возможность выбрать вариант «не сохраняться». Это странно, да? Если выбирать этот вариант снова и снова, Мэй Линк это в какой-то момент надоест. Поздравляю, теперь вы вообще не можете сохраниться. Хей, ребята, реально? Делили игры Обалдеть. Над вами. Если вдруг вы замечали какие-то насмешки, то обязательно делитесь игровым опытом. На самом деле, круто. Вот такие всякие пасхалки, они, конечно, очень крутые. Очень крутые. Над них надо догадаться. Это, на самом деле, остроумное. Оно вроде кажется, что вроде ха, это ж просто добавить. Надо додуматься, как это добавить. Что добавить прикольного. Ребята, ссылочка на оригинал в описании. Приходите, подписывайтесь на канал Никитун обязательно. Подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачи, всех люблю. Пока.